Алтабурмакян. Стрёмваль. В ближний забивает. Стрёмваль 2-2. Сочи. Бросил Стрёмваль таким образом, что шайба отскочила от Хенрика Карлсона в ближний угол. Карлсон, как показалось, не успел прижаться к ближней штанге. Но, видимо, так в итоге и получилось. В итоге хоккейный клуб Сочи вот в этой быстрой атаке счет сравнивает. Алтабурмакян хорошо вот здесь показал, скинул. И вот смотрите, какой бросок. Да, в ближний угол шайба вылетает. Стрёмваль, конечно, снайпер, как я уже говорил. И он такие вот уголочки-то видит всегда. Двадцатая шайба.